Цветущий Асхар еще молод, но уже имеет традиции объединять талантливых и безумно увлеченных людей, причем независимо от возраста. В этом году фестиваль арабского танца, организованный Светланой Мансуровой и Максимом Аподиака, приобрел статус регионального и собрал в шахтах танцоров со всех просторов Ростовской области. Всем привет, меня зовут Анастасия Балановская. Занимаюсь я уже танцами 2 года. Занимаюсь я в студии «Амуаз» в городе Ростове-на-Дону. Участвую я в очень многих соревнованиях, получаю хорошие места, и мне очень нравится заниматься моими танцами, потому что они полезны для нас. Зачем организовывать конкурс? Фестиваль. Только потому, что хочется развить это направление, да, арабский танец, ориенталь, белли-дэнс, чтобы он стал так же популярен, как и современные танцы, чтобы к этому танцу относились уважительно. Просто хотелось бы, чтобы все увидели, что это профессиональные танцы, что есть определенные правила, которым нужно следовать, ну, по крайней мере, в орто. И чтобы этот уровень постоянно рос. Более 200 участников от 4 до 60 лет боролись за призы Шахтинского регионального фестиваля. Изменился, разумеется, и статус судей. В их составе только персоны звездного уровня и класса VIP. Уровень, который мы здесь увидели, он соответствует всем тем правилам, которые у нас требуются в общероссийской танцевальной организации для проведения подобного ранга мероприятий. Поэтому, ну, были приятно удивлены, то, что все чисто, тепло, аккуратно. И уровень подготовки участников, ну, на самом деле, достаточно высокий. Я огромное удовольствие получаю, находясь на этом празднике. Спасибо организаторам, которые пригласили меня. Потому что действительно огромное наслаждение испытываешь, когда смотришь, как, начиная с деток до взрослых, все танцуют, все стараются, все шьют прекрасные костюмы, все красивые, все яркие, дети при деле. Это прекрасно, это прекрасно. Это очень радует. Я привыкла всю жизнь учиться, да. Соответственно, как бы я увидела ошибки и учеников, и свои ошибки, соответственно, которые есть. И поэтому мы пригласили в этот раз человека, который профессионал в этом деле, да, Ирина Далия Шевченко, которая уже как бы много лет этим занимается. Она у нас чемпионка в разных фестивалях. «Амуаш», «Зеркало», «Авангард» – коллективы из Ростова, Каменск-Шахтинского, Зверева, Гукова боролись за призы цветущего Асхара. Более чем достойную конкуренцию им составили звезды местного танцевального небосклона. Шахтинскую школу арабского танца представили 3 коллектива – «Хадижа», «Алмаз» и «Сотис». Кубок за первое место получает композиция «Обезьянки», коллектив «Хадижа». Конечно же, «Хадижа», представившая 100 претенденток на победу, включая филиалы, открытые на ЮТИ, Артеме, Красиной, Южной и в центре города, отвоевала наибольшее количество медалей. Но всегда есть куда расти и к чему стремиться, подчеркивает Светлана Мансурова, организуя 24 мая в шахтах мастер-класс Ирины Шевченко. Мы стремимся к лучшему и хотим получить идеальную студию, в которой будут детки-профессионалы, все будут чемпионы России, а в будущем и мира. Вот так. В первую очередь это занятия культурой, да, и спортом. Естественно, это развивает детей, развивает молодежь. И это прекрасно, заниматься танцами. Инна Покатилова, Юрий Цуркан, 33 канал.